Красавцы. Курочкин и Соколов. В эфире Love Radio. Дима, как дела, во-первых? Такой стандартный вопрос. Это будет правильно. Что? Дела как у тебя? Это будет утреннее, как бы правильное вот это вот. Все, ладно, мой вопрос остается без ответа. Прости, Денис, прости. Сегодня мы узнаем подробности твоего шоу «Планета Билан». А, да. Очень хочется, очень интересно. Мы были там, когда ты рассказывал. Все-таки пару вопросов есть, которые были тогда. Вообще, с вашей легкой руки, на самом деле, я надеюсь, что там заиграет как раз ВТБ. Вот, мы там были одни из первых гостей, одни из первых проводили пресс-конференцию. И вы как раз-таки, блин, золотые мои, дорогие мои, помогли вот толкнуть вот эту вот планету, и она, я думаю, уверен, покорит всех. Это будет действительно супер-шоу, ребята, это будет вау. Сейчас благодаря этим фразам наш ценник с тобой вырос раз в 300. Мы стали Атланты. Нет, ребята, блин, творят чудеса, на самом деле, правда, вытаскивает Дима, из любой спасибо, ситуации. Дима, уже за миллион ушел я. Мы узнаем также про бонусы, которые есть у заслуженного артиста России. Ты знаешь свои бонусы? Вот кроме... Я копался, конечно. Какие? Я смотрел, что связано с кладбищем, льготы кое-какие, возможно. На двух кладбищах. Да, да, знаковых. Ага. Вот, потом, значит... Причем это скидка. Ну, потом... Ну, не скидка, но, может быть, там просто как бы обратят внимание больше, там, ну, если вот на место... На центральной аллее будет. Да, да, ближе, чтобы... Ну, ребята, такое... Ну, ладно, это далеко до этого еще. Утренний, да-да-да. Плюс мы благодаря тебе разыграем билет на Беглавшоу 2019. И очень хотим с тобой проверить наши новые игры. Ты же человек такой рисковый, ты же. Обязательно, конечно. Да? Да, творите, что хотите со мной. Это самое, я же хотел сказать... Я что хотел сказать основное еще. Ну, что, на самом деле, правда, одно из первых... музыкальных шоу проходит вот мое, вот, а потом сразу Love Radio. Конечно. Я, возможно, даже там кое-какие декорации не то чтобы оставлю, но какие примочники, может быть, и останутся. Вот. Ты уже как матерый будешь, экскурсоводом нашим. Ну да. Ты же первый, кстати, будешь, знаешь, где за кулисы и так далее. Да. Ну и классно. Красавцы. Сейчас мы хотим с тобой поиграть новую забаву. Называется она «Взбодрись, проснись». Я не знаю, как по-другому. Рабочее название. «Освежись». Мы узнаем, насколько ты знаешь хорошо песни, особенно слова песен своих коллег по цеху. Ты будешь исполнять хиты артистов, да, которые принимают участие в 11-м, кстати, Big Love Show. У тебя есть слова их песен перед тобой, которые в определенный момент заканчиваются. Да. Ага. Тебе нужно закончить песню по памяти. Ага. Знаешь ее или по нет? По памяти. Ну смотри, я тебе приведу просто пример. Пример. Знаем и нет? Нет, подожди, не то. Вот пример. Со словами. Держи, держи. Руку мою держи. Что? Вот, видишь, закончилось. А? Ты не знаешь слова? Вот, кстати, по поводу, когда ты не будешь знать слов, у нас есть термальная вода, спрей. Вы просто гений. Мы будем шикать тебе в лицо. Этого... свадебных конкурсов. Ты сам нас порекламируем. Ну вот. Ну что ж, играем. Первый трек какой? Какой тебе? Макс Барских тут написано. Макс Барских «Туманы». Ну что ж, удачи тебе. Подожди, мне найти бы. Макс Барских, где он у меня? Если что, мы тебя подхватим. Он всегда же у тебя там под рукой. Подождите, у меня он был. Вот. Раз, два, три, включай, там начало еще есть, там же. Дим Билан. Вступление еще. Дим Билан. Так, где ты махни рукой, как этот? Да, самое главное, сделаю. Термальная водичка. Где? Вот махни, это звук. Когда вступать? Так, соберите, сейчас будем вступать. Вот здесь, да? И поехал. Ты сегодня не пришла. Я долго думал, почему. Может, что-то упустил. Или где-то был неправ. Может, ты не поняла. Я так хочу тебя набрать, спросить, как твои дела. Но мы не знаем наперед, кто-то трубку не берет, эта сволочь на меня льет. Абсолютно мимо, там я держу себя в руках было. Я держу себя в руках там было. Взбодрился? Нет, я уже просто понял, что я не смогу сказать правильно. И как бы... Окей, давай тогда подружимся. А это не дешевая термальная водичка. Так и нормально. У тебя и лицо дорогое, Дим, поэтому давай. Следующая песня. Откуда вы знали, что я прям под конец нервотрепки, пока сюда ехал, уснул в машине, сейчас прям просыпаюсь буквально. Следующий кто? Давайте Караулову. Караулову? Так, мы не нуждаемся... Вы не орбитные? Да, напомните, потому что я очень хорошо знаю припев. Мы не нуждаемся в рецензии нашего фильма. Но Сашка будет помогать. Мы пожалуйста. Другим не видно. Поехали. Мы не нуждаемся, да. Когда вступать, ты знаешь?
да. Термальная вода в руке? Так. Да. Я готов. Можно побольше, если что? Мне нужна лицензия нашего фильма. То, что ощущаем мы, другим не видно. Сегодня молния и гром, завтра мир. Но мы по сторону экрана. Зефир. Зефир. Считаю, Дима вместо... Что закрыто ширмой. По сторону экрана. Ну, блин. Нормально, Дим, нормально, хорошо идет. Шок-контент какой-то. Все, вызываем Сергея Лазарева. Сергея Лазарева с треком «Самое сердце». Здесь очень долгое вступление. Или нет? А вот сейчас, давай. В самое сердце на поражение. Что же ты медлишь с этой мишенью? Я все растратил, карты открыты. Наши победы на нашей орбите. Опять мимо. Бей, что есть силы, и будем квиты. Дима, молодец. Все, надо выселить артиста. Давайте. Все смешалось. Давайте, свинки тюнс. Красавцы. Так, Дима, до супершоу «Планета Билан» остается 9 дней. Мы с тобой вот сейчас вот уже начали на тему общаться. Скажи, пожалуйста, как происходит подготовка, потому что ты будешь... Подготовка, на самом деле, идет на 360 градусов, потому что, во-первых, это работа в студии постоянная, то есть ты записываешь там аудио, да, историю, оформление, потому что это же все-таки фильм, сыгранный вживую, вот, и как бы все шоу автобиографично буквально, вот, и тебе приходится быть то на студии, то на, например, вот недавно мы прописывали свет, да, сидели там с 5 дня до 12 ночи, то есть мы все это решали, думали, что, куда, как. Я меняю микрофоны, я меняю головную гарнитуру на ручную, потом опять смена это происходит, потом, как бы я не хотел, якобы привык не переодеваться, не устраивать вот эту вот феерию костюмов, блесток и всего остального, ну вот, но в этот раз придется переодеваться тоже немало. Это все как бы оправдано. Потом есть, естественно, технологичные вещи, технологические штуки, на репетиции которых мне тоже приходилось бывать достаточно часто, потому что это своего рода такие новинки, ноу-хау, которые мало кто использует. Говорит и жалуется, это довольно-таки часто, так не хотелось на эти репетиции. Хотел бы поспать. Нет, ребят, на самом деле, как бы, я могу ныть, быть вообще каким-то, я не знаю, слабеньким казаться, каким-то щупленьким. Но я выхожу на сцену, я знаю, просто я знаю, что это труд, и это выглядит всегда вау, а... Иенна. Понимаешь? И в этот раз это будет, ну, массово. Скажи, у меня будет две сцены, А и Б. Я буду перемещаться с одной на другую. Будет очень много неожиданных вещей. Потом будет, скажем так, фит один невероятный с человеком, которого уже не существует на планете. Потом, короче, там столько всего. Это я за все это переживаю. 3D-визуал человек будет, да? Главное, не то, что 3D. Главное, что... права и компания дали мне, ни одному артисту, который просил взять права вот на исполнение с этим человеком. Ну, кто это, уж скажи? Или это прям... Песню не дали. А когда вот Ева написала, как, режиссер написала им письмо, говорит, а вот Дима Билан просит. А Диме да Дим! Кто это? Скажи, пожалуйста. Не тебе скажу. Дадут. Я не скажу. Миллионы людей. Я не скажу. Если мы будем перечислять, типа, я не скажу. Да, скажешь, нет? Майкл Уитни Хьюстон. Не скажу. Майкл Джексон. Не скажу, ребят. Принт? Ребят, ну давайте оставим правду. Самое я понимаю, главное, эксклюзивы хочется, мне, но все равно я это произнес одну здесь. Одну маленькую интрижечку. Вот скажи мне, я знаю, что там будут очки выдаваться, правильно? Да. А с собой надо брать или там дадут? Есть только вот эти ваши вот с водой. Все, я понял. В общем, интрига остается интригой. Заинтриговал, молодец. Красавцы. Заслуженный артист Российской Федерации Дим Билан. Он здесь. Он здесь, а еще с нами прекрасный Георгий. Давайте ему тоже скажем привет. Он из Екатеринбурга. Георгий, здравствуй. Привет. Здравствуйте, Георгий. Серьезно, настроен, потому что... Тоже заслужен, наверное. Заслуженный Георгий. Екатеринбурга. Сегодня на кону у нас два билета на Big Love Show, который пройдет уже очень даже скоро, на следующей неделе. И у нас есть несколько категорий, чтобы выиграть билеты Георгию, да? Он должен сначала выиграть у Димы Билана. В общем, в каждой из категорий вы должны по очереди давать ответы, относящиеся, ну вот, к этой теме, да? Победит тот из вас, на ком остановится наш 20-секундный таймер. Это по алфавиту, да? Все происходит. Не знаю. Нет, категории разные.
Ну ладно, 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 в процессе включим. Итак, я предлагаю, ну, то есть, например, я говорю овощи, да, я начинаю. Помидоры, ты, например, говоришь огурцы, я баклажаны, вот так вот. На ком время закончилось, то ты выиграл. Да, окей. Но категории разные. Итак, начинаем мы с категории слова. Георгий, готов? Какая категория-то? Сейчас скажу. Слова на букву Ж. Начинаем, Дима. Стопудово не подтасовано, потому что правда. Давай, давай. Время пошло. Жизнь. Жизнь. Георгий. Женщина. Дима. Жесть. Георгий. Железо. Дима. Жаба. Георгий. Желе. Жуть. Георгий. Жажда. Жена! Жена! Жизнь. Да все уже, было же время. Начинали с жизни-то. Жизнь-то начиналась. Было пока что 1-0. Георгий, без подтасовки реально. А кто победил-то? Ты. Я. Ты начинаешь время. Жена. А тут артист просит категорию такую безбалмошную, чтобы не без подготовки, без всего остального. Хорошо. Категория. Подожди секундочку. Внимание, Георгий, сразу как называем категорию, начинаем с тебя. Итак, раз, два, три, Сашка, объявляй. Категория. Звезды, с которыми я бы замутил. Поехали, Георгий. Катя Лель. Ой, я тут недавно такой встал. Аня Седокова. Георгий. Давай. Мало у нас. Ну! Молочкова. 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 Анжелина. Анжелина какая? Георгий, Джоли, естественно. Слушай, хороший у тебя вкус, Георгий. Молочкова. Говорят, что она выносит мозги, конечно, без головы. И Катя Лель. Тут не надо такое. Что ее украли инопланетяне? Мы тоже читали. Ладно, давайте. У нас 1-1, хорошо. Последняя категория. Саш, выбери любую. Ах, давайте селебрити по алфавиту. Селебрити по алфавиту начинает Дима Билан. Ты смотри, хорошо. Я селебрити по алфавиту. Алла Пугачева. Алла Пугачева. Георгий Б. Галкин. Б потом идет буква Б. Почему? Б идет. Да, почему? После А Б идет. Бабкина. Бабкина. Б. Валентина Толкунова. Георгий. Г. Галкин. Галкин. Дима. Д. Д. Подсказывайте с буквы. Дмитрий Билан. Е, Георгий. Это на Б. На Б? Ну почему? Дмитрий же тоже считается. Артист же. Ты вообще на Г назвал Галкин, на Б. Так мы фамилии называем или все-таки имена тоже? Короче. Ёлка. Давайте финал. Сейчас, понятно. Мы проще дадим, без алфавита. Я понял, что его никто не знает, почему Г идет после А. Итак, косметические процедуры. 20 секунд, любые. Начинает. Жизкотека началась. Георгий, поехали. Косметические процедуры. Педикюр. Педикюр, Дима. Лифтинг. Лифтинг, Георгий. Пилинг. Дима. Ботулотоксин. Георгий, быстро. Массаж. Маникюр. Все. Маникюр. Педикюр. Победил у нас маникюр. Маникюр. Дайте я отдам билеты прекрасному Георгию из Екатеринбурга. 2 билета на Big Love Show 2019. Love Radio вручает тебе. Георгий, мы с тобой обязательно встретимся. Маникюр. И будем там жечь. Не клади трубку. Молочковый маникюр. Нет, не дай бог. С другими артистами. Красавцы. С нами просыпается... Кто, как вы думаете? Заслуженный. Да подожди, неправильно хотел сказать. 14 ноября 2017 года указом президента России ему, нашему гостю, было присвоено звание заслуженного артиста Российской Федерации. Он у нас сегодня в гостях. Дима! Все вместе, кто здесь? Хлопаем! Дима! Это, кстати, не девочки. Это он сейчас сделал голосом своим. Это звездковый вокал. Итак, насколько нам известно, в отличие от советских времен, сейчас титулы материальных благ не несут. Это просто почетное звание, которое может дать льготу по представлению места там, опять же, да, на Ваганьковском или на Левичьем кладбище. Так, музыка-то знаете, какая сейчас играет? Это Заратустра, по-моему. Да ты молодец, что ты разбираешься во всем.
Мы предлагаем тебе сейчас проконсультироваться по поводу этого вопроса в пенсионном фонде. Вкратчивое музло такое. Пошло. Твоя задача — ходить по тексту, который у тебя перед лицом. Отступать от него нельзя. Добавлять от отсебятины тоже. Да? Без отсебятинки? Без отсебятинки. Ходишь по кругу. Звоним в пенсионный фонд, действительно. Минуту засекаем, после чего Сашка кричит: «Стоп, хватит». Не нервничай. Это же серьезная организация. Соединение установлено. Пожалуйста, подождите. Серьезная организация. Тут с вами лицедействует. Пенсионный фонд, клиентская служба аэропорта, администратор отца Борис Александрович. Это же пенсионный фонд? Да. Это Дима Билан. Я недавно получил звание заслуженного артиста России. Алло. Это Дима Билан. Я недавно получил звание заслуженного артиста России. Ну, дальше что? Какие у меня льготы? Сейчас, подождите. Это же пенсионный фонд? Это же пенсионный фонд? Здравствуйте. Это Дима Билан. Я недавно получил звание заслуженного артиста России. Какие у меня льготы? Это же пенсионный фонд. Все, ладно, что 5 секунд. Молодой человек, а вы действительно скажете нам, какие у артиста заслуженного Дима Билана? Скажите, пожалуйста. Есть льгот-то или нет? Мне кажется, что он ушел. Он ушел в документации. Ну что, подождем? У нас время-то есть. Давайте подождем, прям даже интересно. А может, услышать или спросим? Ждать. Вопросы задавали. Как он ответил, как его имя? Дмитрий, по-моему. Борисов, по-моему. Борис. Фамилия. Алло. Алло, да. Здравствуйте. Это да, это надо в собесе уточнять. То есть вы не даете, то есть, такие комментарии? Потому что действительно так, мы звоним с радиостанции, вот в реальном времени хотим уточнить, какие льготы действительно дает звание заслуженного артиста России. То есть... Я говорю, это вам в собесе. А можно номер собеса узнать? Мы прямо сейчас наберем. Скажите, пожалуйста. О. У меня нет телефона собеса. Мы пенсионный фонд. Мы собес другая. Скажите, а это как раз та самая бюрократическая машина, с которой приходится сталкиваться. Хорошо, спасибо. Спасибо большое. Отпускаем человека. Видишь, спасибо вам, спасибо. Придешь так в пенсионный фонд. А тебя отправят туда. А оттуда отправят сюда. Вы заметили, как я сказал? Это в собесе. Не знаю. Мне больше понравилось. Это Дима Билан и заслуженный артист. И дальше что? И дальше. Он сказал так? Да, и дальше. Красавцы. И я хочу сказать большое спасибо тебе, заслуженный артист Российской Федерации Дима Билан, что ты сегодня к нам заглянул в гости. Бодрый, невероятно стройный, кстати, ребят, похудел он после нашего последнего. Да. И я думаю, завершим как раз этот наш прекрасный час треком «Держи». Спасибо вам. Пожалуйста, Дим. Все, пока, до следующего понедельника. Благодарность из моды как бы не должна выходить. Что это такое? Спасибо. Уважаю. Давай, пока. Давай с тобой. Красавцы. Курочкин и Соколов. В эфире Love Radio.